Имя Саши Трусовой сейчас известно во всем мире. Это талантливая фигуристка-одиночница, которая перевернула мир современного фигурного катания. Ведь эта девочка победила гравитацию. В свои 13 лет эта феноменальная спортсменка сделала невозможное. Она, как ракета, ворвалась в мир фигурного катания. Эта российская юниорка первая из женщин прыгнула прыжок в 4 оборота. Если не считать единственную удачную попытку японской фигуристки Мики Анда в 2002 году. Четверные прыжки подняли технический уровень фигурного катания на невероятную высоту. Но до Александра исполнялись только мужчинами, как элементы ультра-си. Невозможно забыть исторический прокат Саши на Japan Open в октябре 2019 года. То самое выступление, в котором она смогла чисто выполнить 4 квада. Тот самый набор, который под силу лишь 5 лучшим фигуристам-одиночникам в мире. Эта спортсменка из Рязани не просто переписывает историю фигурного катания. Она расширяет горизонты человеческих возможностей в целом и открывает девушкам доступ на следующий этап – в новую эру женского одиночного катания. Саша вывела Россию в безоговорочные лидеры в этом виде спорта. Она установила 11 мировых рекордов и уже трижды внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ее произвольная программа сезона 2018-2019 года стала одной из самых технически сложных за всю историю фигурного катания, причем как мужского, так и женского. К концу сезона 2018-2019 Трусова стала считаться самой технически совершенной фигуристкой планеты. Сейчас в арсенале Саши несколько видов прыжков в 4 оборота, а также сложнейший прыжок – аксель. И, возможно, это еще не предел. Ведь эта девочка не боится пробовать новое, идет вперед и добивается своих целей. Но мы не будем делать прогнозы и пытаться предсказать будущее. Наоборот, мы заглянем в прошлое. Ведь именно там и кроются разгадки всех главных вопросов. Как Саша из детской секции небольшого российского города попала на пьедесталы всех международных соревнований и стала легендой? Как в 13 лет она смогла получить прозвище «Русская ракета», тем самым встав в один ряд с Павлом Буре, который носит тоже громкое прозвище, только в хоккее? Ну и как в прошлом этой хрупкой 16-летней девочки кроется разгадка главной тайны? Как она смогла победить гравитацию? Сотни профессионалов пытались разгадать тайну четверного прыжка, квада, и возможность его выполнения, что для этого нужно? Идеальная форма и физическая сила? Огромный опыт и безупречное владение коньком? Специальная техника, позволяющая высоко прыгать и развивать сумасшедшую скорость крутки? Ведь это невероятно сложно и опасно. Слишком много факторов должно сойтись в одном фигуристе. Но в нашем случае все они сошлись. Во-первых, это, конечно, характер. Папа Саши сразу заметил после ее рождения, что родилась улыбчивая, милая девочка. Но с характером, которому позавидовал бы любой парень. И этот характер начал проявляться еще в раннем возрасте, доводя до изумления не только ее спокойных маму и бабушку, но и мужскую часть семьи. Вот так посмотришь – голубые глаза, светлые локоны, любит диснеевские мультфильмы, мягкие игрушки и красивые заколки, боится темноты, высоты, боли и ссадин. Но на другой чаше весов нечеловеческое упорство – желание бороться со своими страхами и мужество это делать. Это кажется, что ей все давалось просто. Села на велосипед или самокат и поехала. Конечно, падала, теряя равновесие или врезаясь во что-то. Зарабатывала синяки и шишки. Плакала, как все девчонки. Но в один момент что-то включалось. Слезы просыхали. Ребенок забывал про ушибленную коленку, вставал и шел повторять попытку. И так до бесконечности, пока не начинало получаться. Бесполезно было прерывать процесс. В Саше в такие моменты как будто запускалась какая-то программа. Добиться задуманного, не уходить домой побежденной. Родители чемпионки, Светлана и Вячеслав Трусовы, смогли создать своему ребенку все условия для развития, чтобы имеющиеся дарования раскрылись на все 100%. Я имею в виду,
не только материальную сторону этого вопроса, а прежде всего моральную. Они поддерживали дочь во всех ее начинаниях и планах. Так, например, заметив, что с раннего детства Саша обожала игрушки, на которых можно было передвигаться и развивать сумасшедшую скорость, родители не отказывали ей в этом желании. И уже в 4 года Саша освоила роликовые коньки. Следующим шагом в освоении скорости была запись в секцию фигурного катания. Первый тренер, Ольга Шевцова, вспоминает: «Сашу я выделила для себя сразу. Она падала, но поднималась и пробовала вновь и вновь. Откуда такой характер у 4-летнего ребенка? Это была загадка». Вячеслав Трусов. Саша работала на результат. И когда достигала задуманного, ставила в голове галочку и шла дальше. Чем труднее была задача, тем сильнее горели ее глаза. Второй важный фактор успеха нашей спортсменки – это случай. Ведь благодаря ему семья нашей юной фигуристки перебралась в Москву, пройдя строгий отбор, в котором учитывалось многое. Уровень подготовки, характер ребенка, его трудоспособность, ответственность и заинтересованность именно в этом виде спорта. Саша попала в группу замечательного тренера Александра Сергеевича Волкова. Занятия с такими специалистами, как Александр Волков и Мария Боровикова, стали новым этапом в жизни спортсменки. Они вывели ее на новый уровень. Это и есть третий важный фактор успеха. Это профессионалы своего дела, с которыми Саше посчастливилось работать. Ведь для того, чтобы вырастить чемпиона, одного тренера универсала недостаточно. Нужна целая команда профессионалов своего дела, рассказывает Мария Боровикова. Эта девочка из Рязани стала для меня приятным сюрпризом. Живая, подвижная, решительная, не боящаяся ничего, с горящими глазами и огромным желанием. Именно такие дети идут вперед и достигают вершин. Саша необычная, с ярко выраженной индивидуальностью. Фигуристка не стремилась понравиться нам, взрослым. Она каталась для себя и получала от процесса огромное удовольствие. Ошибалась и улыбалась. Из-за улыбки ей можно было простить многое. Саша брала искренностью и очень яркой харизмой. Она не стремилась кому-то понравиться, а просто каталась в свое удовольствие. Через 3 года Саша сменила тренера и перешла от Александра Волкова сначала к Анне Владимировне Царевой. А к началу нового сезона в группу Этери Георгиевны Тутберидзе. Многие сравнивают штаб Тутберидзе с гоночным автомобилем, работая в котором юный фигурист сразу чувствует мощь, и его карьера разгоняется с фантастической скоростью. Каждая деталь продумана и работает на максимуме возможностей. Но поскольку скорость – это любимая стихия Саши Трусовой, то работа в таком коллективе стала очень плодотворной и успешной для нашей спортсменки. Саша Трусова рассказывает: «Интереснее всего мне было заниматься с тренером Сергеем Викторовичем Дудаковым. В тренерском штабе он отвечал за технику и прыжки. Еще тренируясь в Хрустальном, в прежних группах, я видела его, слышала много хорошего про его профессионализм, про то, как его обожают все фигуристы. И вот когда мы начали работать и проводить много времени на льду вместе, плотно работая над моими прыжками, все услышанное о нем подтвердилось. Сергей Викторович оказался самым терпеливым тренером на свете, очень добрым и теплым в общении человеком». Четвертый фактор, последний, может быть, самый важный. Это то, в чем чемпионка черпает свою энергию и силу. Это любовь близких людей, без поддержки которых очень трудно добиться высот. Саша рассказывает: «Я просто иду к своей мечте, ведь у меня есть самое важное – поддержка моей семьи». Еще первый тренер из Рязани, Ольга Шевцова, заметила, что Саша поражала неимоверной привязанностью к родителям. Она не могла заниматься, если вдруг папа или мама пропадали за ее поле зрения. Саше нужна была уверенность, что кто-то из родителей обязательно смотрит на нее. Знаете, это очень трогательно. Такая тесная связь ребенка с родителями. Много лет прошло с тех пор, но с годами
Мало что изменилось. Девочке по-прежнему нужен кто-то из родителей на трибуне. Только чувствую поддержку. Саша катается на 100%. Но особенно Саша близка с мамой. Она рассказывала: «Я должна все время чувствовать маму рядом. Не смогу успешно выступать, если она не будет смотреть на меня». Конечно, поддержка близких очень важна. Важна и наша поддержка. Тех людей, кто любит фигурное катание. Фанатов, которые внимательно следят и переживают за своих любимых звезд на небосклоне фигурного катания. Выделяют и любят Сашу Трусову как особенную и яркую звезду.